А как для вас проходит этот сезон? Ну, не очень удачно. Была травма, потом я заболел. И почти весь сезон просидел дома. Начал нормально, первый турнир выиграл, Кубок России. Потом как-то со здоровьем не заладилось. Почему не удалось выступить более ярко в личных соревнованиях? Ну, вышел более молодой и амбициозный спортсмен. Я вроде настроился и в форме подготовился хороший. Ну, как-то не пошло, можно сказать так. А вам с кем удобнее фехтовать? С более молодыми кадетами или уже со взрослыми состоявшимися спортсменами? Со всеми. Со всеми удобнее. В какой форме ваша команда подошла к этим соревнованиям? Ну, так как мы можем посмотреть, как выступаем, команда плавает. Кто-то лучше, кто-то хуже. В принципе, лучше. Хорошо. Но, тем не менее, вы являетесь одной из сильнейших команд. Как считаете, сможете ли рассчитывать на медали? Да, конечно. Мы, скорее всего, даже выиграем эти соревнования в команде. Как после Кубка России вы оцениваете свои шансы на попадание в сборную? Шансы всегда есть, даже если плохо выступаешь. Но так как сезон закончился, буду готовиться к следующему. А в сборную, естественно, да, конечно, буду. Могли бы вы сравнить уровень фехтования сегодня и на Кубке России 2015 года, когда вы заняли первое место? Одинаково. Такая же форма. А в чем нужно прибавить, чтобы на мировых соревнованиях у вас все проходило более удачно? Во всем. Прибавить нужно во всем. Хорошо. Какие у вас планы сейчас на конец сезона, на отдых? Ну, сезон, как я сказал, уже закончился. Буду помогать команде, которая отобралась на Олимпиаду, чтобы подготовить их и ездить на сборы. Потом, конечно, летом отдыхать.